Не снимай, не выкладывай. Спешу, девчонки. Сходил, блядь. Замороженкой. На 1500. 3 урока вместо 4 отвел. Едем на базу. Будем тусоваться там до репетиции. Смотрю премьеру. Отвечаю в чатике. Так что вот, пиши, если что. Жопой. Смотри, сколько расстояние. Он теперь кажется с плешкой после вот этого мамонта. Видел, да, на чем он висит? На симпаде. На этом огромном. А если на простой повесить симпад, он будет ярче. Здоровый райд, просто огромный, тяжелый. Вот так вот, прикинь, рядом с зоофилом. Про. Хоп, и накрыл его. Просто. Теперь надо все подвигать. Сейчас будем джимить сегодня. Сейчас приедет Пашка, Андрюха, Славка. И будет у нас джим. Что у него титька большая, понимаешь, удобно. А у того райда она такая плоская, такая. Сейчас он будет орать, визжать, как просто как крест. Офигеть, видал? Подточил как. У меня там есть еще маленькие. Я просто не хочу их сейчас доставать, они там связаны. Пускай так повисит. Короче, мне больше нравится, когда вот так. Когда вот так. Вот эта вот штука, она просто делает звук.
Не снимай, не выкладывай. Крутой райд. На альбоме «Там тепло», который называется «Там тепло», записан именно этот райд, короче. Этот у меня уже где-то с год. Вот мы пишем сейчас две новые песни. Одна уже почти готова. Там вот этот райд присутствует. А так везде вот этот был. Но так как это было еще до того, как Саня из «Короля и Шута» подарил мне эти симпады. Вот этого. Я про поручика. Вот. Поэтому я заклеивал скотчем вот эту сиську всю вдоль и поперек. Мне нравился там мрачный этот звук. А сейчас этот симпад делает этот звук. Мрачный. В общем, то, что надо. Блин, что-то мне прям, знаешь, захотелось снова на нем поиграть. Поиграю, а что, почему нет? Потом на этом поиграю, потом на этом. Потом, может быть, но это не точно. Вот на этом.
нарепались. Я, как ты видишь, так и не победил эту заставку гребаную. Но зато я победил теперь это, чтобы телефон сам подключался. Я теперь подключаю его по кнопке. То есть, то иногда не надо, а он подключается. Зато он теперь у меня всегда, вот смотри, подключен по Wi-Fi, короче. По Wi-Fi. Александр. Открываем YouTube. Все. И смотрим видосики. Ильдар Автоподбор. Минаев Лайв. Что еще? Еще я смотрел Тимон ПВГ. Потом отписался. Надо снова подписаться. Тимон ПВГ. Это я на микрофон наговорил, короче. Прикольный чувак. Живет, ну, вместе, как сказать, во время СВО переехал в Штаты. Всем привет, с вами снова Тимон. А так он из Штатов всю жизнь таскал машинки, короче. Простите, что может быть не так активно. Тимон ПВГ, короче, делаю, но... смотри. Не снимай, блядь, не выкладывай. 26 июля, девчонки и мальчишки. Приехало стеклышко, едем получать. Перекрыта дорога, блин. Едем в объезд. Я уже что-то вроде выехал заранее. У меня урок в 3, сейчас 12:30. Посмотрим. Несколько дней шпарит дождь. Я так думаю, там низина, там просто кто-то уже утонул, походу. 5 Honda Freed. Она теперь меня преследует, короче. И часто это белый рис, куда вот так вот втыкают палочки. Спайк. Ну, в принципе, одна херня. Спайк, Фрид. Ой, задолбало уже. Едем, блин, в час по чайной ложке. Нельзя вот так вот палочками показывать, что мне, пожалуйста, дайте вот эти унигири. Нужно палочки положить. В конце края не видно. Становится интересно. Ты видишь эту реку? По-моему, я сейчас развернусь. Жопой. В общем, я решил, что не очень-то оно мне и нужно, это стекло. Сегодня, по крайней мере. Попробую как-нибудь по нормальной дороге до него доехать. Сейчас булькну в эту лужу, блин. А у меня урок через 1.5 часа, блин. Что я буду делать? Не снимай, не выкладывай. Петруха, водовоз. Тут, короче, дедок у нас образовался. Качающий. Вот смотрим. Не хочу его отвлекать, но хочу тебе его подснять. Как-то вот так вот сделаем. Надеюсь, он не спалит. Дочек на Драмео подъехал. Смотрим, пока домой едем. Завтра выходной. Выходной. Нет. В теме итальянской мафии нам интересна не сама мафия, а то, как ее показали в массовой культуре. В фильмах и сериалах. Да даже в мемах. Ты просишь без уважения. Предложение, от которого нельзя отказаться. Роберт Де Ниро, Марлон Брандо. Сотни миллионов восхищаются не итало-американским криминалом, а его эстетикой. Поэтому мы решили не просто разобрать то, что было на самом деле. Не снимай, не выкладывай. Сюда я его так запихал, короче. Стеклышко целое. Блин, собака так воняет на весь салон. Помыть надо ее уже. Короче, грузчик вытащил мне ящик и грохнул его об пол.
Я говорю, там стекло вообще-то, блин. И вижу, что он в шоке, короче. Я говорю, ну давай открывай теперь. Он открыл, блин. Фу. Ну капец, блин. А мы не можем без приключений. Что-то там происходит. Люди даже разворачиваются. Судя по всему, какая-то вода с гор идет. Видимо, может быть, канал роют, я не знаю. Походу, нам тоже придется развернуться. Вот такой выходной ни о чем. Собаку помыл, и то дело, блин. В сад не попали, не знаю, что делать теперь. Время, блин, почти 12. Сейчас денек пролетит в никуда просто. Жалко. В общем, на прошлой ребе мы решили делать еще одну песню РХЧП. Так как мне совсем делать нечего сегодня, я еду на базу. Я скачала ее себе на телефон. Будем ее делать, короче. Погнали. Что такое? Короче, включаю, слушаю, пробую играть. Что за херня, а? Жопой. Потому что темп у них плавает. Я не понимаю. Не понимаю, где мне вступать. Thank you.
конце, я не понимаю вообще. Скорее всего, мы это все подровняем, просто сделаем четко ровно. Потому что я не знаю. Я не могу посчитать. Если ты смог посчитать, напиши, сколько. Ёпта, вот это выходной, капец. Просто дождь. Дождь заебал просто в хлам. Мог бы, конечно, в саду там дверь полировать, но, блин, в такую погоду сомневаюсь. С вишней нынче облом. Хоть смородина обожраться. Короче, я хотел полирнуть. Включаю болгарку, она не включается. Не хочет. Виталь, я сломал твою болгарку, походу. Не знаю, как мне это удалось. У соседа стиперли, короче. Попробуем сделать. Мы с собакой приехали из сада, и, как всегда, мы забыли поводок. Нас выручила вот такая вот резинка в машине, которая живет. Башка горялая, совсем стала. Папик открыл ворота и начал там маяковать, типа, путь свободен, давай выезжай, я по газам и улетел, короче. Ну, теперь папик не виноват, да? Иначе тебя люблю. Ненавижу, ненавижу.